Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодняшняя неделя седьмая по Пятидесятице, воскресенье, когда в храмах читается фрагмент Святаго Евангелия о исцелении двух слепых. Я бы хотел прочитать этот фрагмент и обсудить его вместе с вами. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов!» Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли вы, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» И открылись глаза их, и Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же выходили, то привели к нему человека немого и бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить, и народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Дорогие мои, первый, наверное, самый важный момент этого Евангелия заключается в силе нашей веры. Сам Господь говорит: «Веруете ли вы, что я могу это сделать?» И они отвечают ему: «Ей, Господи!» Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам!» Это призыв самого Господа нашего Иисуса Христа к нам всем иметь незыблемую веру. Ведь вспомним, в другом фрагменте Святого Евангелия Господь говорит нам, что, имея веру хотя бы с горчичное зернышко, мы сможем сказать горе сей: «Встань и вергнись в море, и будет нам по вере нашей», по слову Господа нашего Иисуса Христа. Несколько ранее этого фрагмента, этого события, Господь исцелил одну женщину, которая много лет из своей жизни мучилась кровоистечением и истратила очень много средств на свое исцеление. И когда Господь ее испытал ее силу веры, спросил ее, верует ли она, и она ответила, что верует, тогда Господь ей отвечает: «Дерзай, дочерь, вера твоя спасла тебя». И женщина с того часа стала здоровой, говорит Святое Евангелие. Господь наш Иисус Христос неоднократно призывает людей иметь в себе силу веры, иметь в себе веру, которая может свернуть и горы. И этот призыв Господа уже вошел в молву народную и стал своего рода поговоркой в русском языке. Господь неоднократно подчеркивает необходимость веры, необходимость крепкой и незыблемой веры. В другом эпизоде Священное Писание повествует нам о том, как Христос исцелил слугу одного сотника, то есть римского военачальника. И прежде того, как Господь его исцелил, сотник попросил Господа: «Господи, слуга мой болен,
Но Господь сказал: «Я приду, освобожусь и приду к тебе». И он говорит ему: «Нет необходимости, Господи, чтобы ты ко мне пришел. Я тоже человек подневольный, но имею под собой тоже других людей, которым говорю: иди исполни то, и исполняет, принеси то, и приносит». И тогда Господь, видя такую веру, такую силу веры, обратился к народу израильскому, то есть к израильтянам, которые присутствовали при этом диалоге, и говорит им: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». Эти слова были адресованы людям, которые называли себя истинными израильтянами, которые ощущали себя правоверными последователями Господа. И вот Господь, как бы не укоряя, но в то же время подчеркивая, что не те, кто называют себя верующими, являются таковыми, а те, которые живут верою, и эта вера исполняет каждый момент, каждое мгновение их жизни. Вера является краеугольным камнем, на котором основана вся наша жизнь. Вера воодушевляет ученых и исследователей. Без веры в конечный результат трудно было бы, наверное, даже невозможно было бы ученым совершать свои ученые изыскания, потому что если бы они не верили хотя бы интуитивно, то они бы даже могли и не взяться за свои поиски. Вера спасает больных. Даже врачи соглашаются с тем, что вера пациента в свое исцеление, наверное, составляет более 50% самого акта исцеления. Вера укрепляет врачей в своем деле. Вера обнадеживает крестьян. Если бы человек не верил в то, что его работа даст результат, он бы не сеял, например, не обрабатывал землю, не совершал столько неимоверных усилий. Но веруя и уповая на Господа, он все-таки, несмотря на жару, несмотря на зной, несмотря на огромные усилия, которые он прилагает, все же, уповая на Господа, он получает свой результат ожидаемый. Святитель Феофан Затворник о вере говорит: «Вера – преемник уста и вместилище благодати. Как легкие у одного бывают большие, у другого – маленькие. И те больше принимают воздуха, а эти – меньше. Так и вера у иного большая, у другого – маленькая. И та больше принимает даров от Господа, а эта – меньше». И также святитель Феофан подчеркивает, что Господь Бог повсюду. Где, говорит Священное Писание, «Дух где хочет, там и обитает». «Бог повсюду есть, — говорит святитель Феофан, — все объемлет и все содержит, и любит обитать в душах человеческих, но входит в них не насильно, хоть и всемогущ, а как бы по приглашению, ибо не хочет нарушать дарований». Об этом сам Господь Иисус Христос в книге Апокалипсиса говорит: «Се стою и стучу, и кто мне отворит, к тому войду и буду вечерить с ним, я с ним, и он со мною». То есть Господь никогда не навязывает себя, Господь никогда не заставляет нас, но призывает к вере, призывает, показывая нам результаты, которые могут увенчать веру человека. В то же время мы должны с вами понимать, что просто вера, не поддерживаемая действиями, то есть делами нашими, не приносит ожидаемого плода. Святой апостол Яков говорит: «Вера без дел мертва. Ибо как тело без духа мертво, так вера без дел мертва». Соборное послание Якова, 2 глава. Также святой Яков подчеркивает, что вера может характеризовать не только религиозного человека.
Он говорит следующие слова, буквально. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат твой или сестра не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет ему, идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не дает им потребного для тела, что пользы?» И продолжает святой Яков, говоря, что и бесы веруют, и трепещут. И мы должны с вами понимать, что не одна вера спасает человека, но дела, которые сопутствуют этой вере. Вера подтверждается делами, и в то же время святой апостол Павел подчеркивает это, и неоднократно, причем в своих посланиях. В частности, в послании к римлянам он говорит, «Мы, сильные, должны носить немощи бессильных, не себе угождать». И продолжает, «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас во славу Божию». Святое Писание учит нас испытывать веру своими делами. И мы действительно испытываемся своими делами, потому что одно дело говорить, что я верую, и другое дело жить по тем же принципам, которые мы проповедуем. Господь да укрепит и поможет нам в этом благом деле. Аминь.